Всем привет, ребят! Сегодня хочу сделать макияж на 14 февраля и хочу использовать вот такую вот палетку от Yves Rocher. Мне кажется, декоративная косметика Yves Rocher очень недооценена, потому что там реально есть классные средства. У меня палеточка Smoky, вот такие у нее оттенки. Тут 10 оттенков, с ней можно сделать и какой-то повседневный нюдовый макияж, либо же какой-то яркий. Я постараюсь использовать как можно больше оттенков, чтобы показать, как работает эта палетка. Вот такая идет в ней кисточка, обычный спонжик и растушевка. Она не слишком удобная, но в принципе, если вы куда-то возьмете палетку с собой, мне кажется, очень будет удобно ей работать. Так что давайте начинать. Тут также есть зеркало, которым очень удобно смотреться. И, в общем, начнем. Буду вот эту вот первый вот этот оттеночек использовать в уголок глаза. Тени немножечко сразу вам расскажу немножко про тени, может, вам интересно будет. Они немного суховаты, но в принципе достаточно неплохо работают. Можно было чуть больше пигментации, и если у вас есть какая-то увлажняющая база под тени, то лучше использовать, я думаю, ее. Вот я осветлила уголки глаз. Теперь хочу использовать новую технику нанесения теней. Буду использовать вот эти вот три оттеночка и посмотрю, как это будет. В общем, наносите тени поочередно пальчиком. Подсмотрела, конечно, я это у корейцев такое интересное нанесение. Ого, пигментация у темных оттенков достаточно интересная. Нанесли оттенки, а теперь это все буду растушевывать. Надеюсь, я не переборщила. В принципе, тени тушуются хорошо. Но немножко непривычным таким способом. Но, в принципе, неплохо получилось. Сейчас немножко подправлю. Зато, вы знаете, получается очень быстро. В общем, сейчас я еще нанесу в складку века вот этот вот оттенок. Очень красивый, кстати. Ух ты! И очень-очень пигментированный. Так что будьте осторожны. Походу, тут немножко разная пигментация идет в оттенках. То есть те, которые более матовые, у них пигментация меньше. Но, в принципе, это, наверное, во всех палетках. А у этого немножечко такая. Слишком. Ну, ничего. В принципе, это все нормально растушевываются. Теперь я хочу еще немножечко добавить цвета вот такого на уголок, не на уголок, а на середину глаза. Очень красивый оттенок. Кстати, видите, он тоже такой пигментированный. Да, мне кажется, прикольно смотрится. И попробую вот такой вот очень интересный темно-синий оттенок на нижнее веко. В принципе, у них неплохая пигментация, но они немножечко пыльные, я бы сказала. И от них может быть немного как грязный эффект. Так что они нуждаются в хорошей подложке и тщательной растушевке. Немного растушу. В общем, вот так вот легли тени. В принципе, когда работаешь первый раз, ну не первый, там второй, третий с новой палеткой, это, конечно, немножко сложно, но интересные оттенки. И сейчас я нанесу
тушь и подводку, и посмотрим уже на конечный результат. Так что, девчонки, вот такой вот получился итоговый вариант. Мне кажется, очень даже неплохо. Можно, конечно, нанести помаду какую-то поярче, тоже в сиреневом оттенке. Вот, но мне кажется, так более гармонично. Вот, в принципе, мне нравится как вариант. И также хотела спросить, празднуете ли вы День Святого Валентина? Потому что я знаю, что многие не празднуют, потому что считают, что это американский праздник, и почему-то его не празднуют. Мне кажется, какая разница, где вообще этот праздник стал популярным, или где он вообще родился, так скажем, если он дает лишний повод провести время вместе, обратить на друг друга больше внимания, уделить больше внимания. Даже если не дарить подарки, если, допустим, против подарков или считаете это лишней тратой денег, то, мне кажется, просто даже провести время вместе, сходить в какое-то кафе или посидеть просто, устроить себе какой-то романтический вечер, это очень классно. Так что, девчонки, ребята, пишите в комментариях, празднуете ли вы День Святого Валентина 14 февраля. Вот, будет очень интересно узнать. Вот, надеюсь, видео вам понравилось. Всем хорошего настроения. Пока-пока.